Там есть, кстати, еще один очень важный вызов 21 века, который состоит в том, что а как вы будете фильтровать, кому из каких аватаров показывать какую часть себя? Это очень важная вещь. Представляете, если вы – это агрегация данных, то есть все, что вы наделали, да, и дальше в жизни вы знаете, какому человеку вы что будете, как себя будете презентовать, да? А здесь вы совокупность данных, которые вы должны сидеть и сказать, так, вот эти данные я не показываю, а как вы их разметите-то? Они вообще не ваши. И вы существуете в пространстве, и заходят в ваше пространство ваши там подписчики, ну, условные. Как мы сейчас. Вы вот так же ощущаете. Заходят люди. Вы тут что-то показывали, оттянуть какие-то данные о себе, понимаете, и так далее. Вот. И нам еще предстоит создать нового типа социальности, метавселенную. Наши навыки социальные, какие-то новые правила функционирования с людьми, другими, с другими аватарами. Вот. И это очень скорое будущее.